вообще мы так и делали. Готовы, да? Итак, кто у вас будет аргументировать и расшифровывать? Богиня правосудия? А ее имя? Ну, почти, это богиня правосудия, но как ее имя? Не... Да, я спросила конкретно имя. Да, нет. Я как правило, нолик или Анна? Нолик? Ну, наверное, я не знаю. Первый полоцкий князь. Владимир. Вот, смотри. И по этой формуле x квадрат плюс 3x плюс 1 у тебя получается два корня. 10 и 3. Ты понимаешь это? Ничего не понимаю. Так, смотри еще раз. Значит, по теореме Виета мы примножаем, прибавляем, добавляем, разделяем. И ты получается. Что? Я? А что это? Так, смотри еще раз. Вот. Сейчас у кого стресс будет? У Полины или у Миши? Ты единица, шесть, ты перемножаешь, добавляешь, делишь, а потом... По великой формуле дискриминанта ты получаешь 6. Понял? Не понял. Так, я все поняла. У тебя стресс. У тебя стресс. Но не волнуйся. Главное, это вера в себя. Скажи, ты в себя веришь? Конечно. И я в тебя верю. Мы вместе справимся.